fabulous. Девочки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами Виктория. Посмотрите, у нас наконец-то открылся Дуглас. И вот корнер Каролина Херрера. Как красиво, да? Ставила линейку своей косметики. По маске. Смотрите, какой красивый дизайн уши. Fabulous. You are fabulous people. Давайте посмотрим с вами поближе. Пудры, бронзеры, тени, помадки. Туши. Вот она, тушь. Очень красиво, очень красиво на самом деле. Духи, сразу цены написаны. Я так люблю, когда сразу же цены. Вот 30 миллилитров. Шарлотт Тилбери. Вот разные уходы, помады. Сегодня немножко посмотрим с вами косметики. Консилера. Сенсай, Герлен. Я всегда, мне очень нравится Сан Лоран. Как это всегда красиво представлено, их помадки, все. Герлен. Какие красивые помады, махаш. Можно подобрать такой колор. Самаран тоже очень красиво. Тональные крема. Уже ничего. Видим туберозу, очень красивая туберозу здесь. Смотрите, какой флакон красивый. Просто супер. Мне кажется, купить такой помаду флакон и больше ничего не надо. Просто красота. Посмотрите, помады какие. Девочки, вот это вот линейка подороже Байреда. Касабланка Лилия. Это такая красивая лилия тут. Такая сладкая, такая приглушенная, специевая. Очень красивая. Моя любимая Young Rose, очень молодая розочка, такая нежная-нежная, кисло-сладенькая розочка. Такой вот корнер Байреда.
речи тоже можно купить. Сыр глютен. В общем, красиво Дуглас открывался. Они закрылись, и вот они сейчас у нас открылись в другом месте. Перенесли себя, короче, переехали. Де Марли. Курки Джан всеми любимый. Мне еще очень нравится тоже вот эта бакара. Уже видите, здесь нету этого, но... Ой, как пахнет. Тоже такая насыщенная версия. Больше клубники, больше жженого сахара для меня. Делаю вам прогулочку, девчата. Гуччи. Я очень наслаждаюсь этим ароматом. Он очень красивый. Аткинсонс. Я как-то равнодушна к данному бренду. Девочки, бутиковая подороже Версаче. Поставила на руку вот этот вот жасмин Солель. Я уже с ним знакомилась в бутике Версаче. Посмотрите, какой флакон. Очень нежный жасмин. Очень такой немножечко пыльный, немножечко приглушенный. Как будто бы, знаете, жасмин после дождя. Очень, очень красивые ароматы, но они, по-моему, там стоимость у них 300, около 400 евро. Вот, видите, вот такая вот линеечка разная. Еще какой-то мне понравился, амбра какая-то. Не знаю даже, где он. А вот еще табак. Тоже я знакомилась с табаком. Табак Империаль, тоже очень такой табачный, древесный, светлый, но для меня больше в такую мужскую сторону, знаете, но очень красивые. Кто знаком с линейкой, вот напишите, мне интересно, кто-то знакомился уже с этим ароматом или нет. Вот этот очень такой свежачок. Мишане. Я знакомилась в Милане с Мишане. Они... Nein, ich bin Mischane. Mischane. Mischane? Ja. Ja. Девочки, попробовала вот этот аромат. Честно говоря, знаю, что он такой белоцветочный, туберозный, но здесь есть ветивер, и он для меня как-то немножечко мужскую сторону. Экстракт для парфюм, такой сладенький. Много белых цветов, много сладости. Есть немножечко сандал, и ветивер расслабляет вот эту белоцветочность и сладость. Ну, неплохой, но попробовала несколько парфюмов с данного бренда. Еще вот этот попробовала, но как-то не знаю, купила бы я или нет. Так, девчонки, в общем-то, вышла я из магазина, вся надушилась. Смотрите, немножечко вам уже, боже, уже осень, девочки, смотрите, какая уже осень в городе. Сколько желтых листьев. Так, хочу немножечко вам рассказать о Нишане. Да, попробовала вот этот Нишане. Красная наклейка 100, что-то там 100, не помню, как называется. В общем-то, прочитайте на флаконе, там есть название. Изначально пирамида очень красивая в аромате. Там и туберозы, там и жасмин, и гордении, там и ваниль, по-моему, и сандал, и ветивер, и персики даже, и корень ириса. То есть я думала, он будет более такой пудровый. Но он, вы знаете, вот для меня ветивер здесь такой, как звучит в мужских ароматах. Он очень яркий в этом парфюме, хотя мне казалось, тубероза, жасмин, гордения, такой букет белых цветов, что... Но нет, он для меня не белоцветочный, он для меня какой-то сандалово-ветиверный, честно говоря. Вот, и еще на другой руке еще раз нанесла Versace вот этот вот жасмин. Тоже я вам его показывала.
Ой, ну очень красивый жасмин. Такой, я что-то в последнее время жасмин, ну я, конечно, любитель белых цветов, но просто такой благородный жасмин, такой красивый. Там помимо него, мне кажется, еще какие-то специи есть. Очень красивый аромат, девочки. Немножечко с вами прогулялись по Новому Дугласу, по райчику, по парфюмерному раю, да. Пишите, кто знаком с Нишане, вот мне очень интересно на самом деле. Еще маму с собой приведу в следующий раз. Она у меня очень красиво тоже умеет описывать духи. Но, в общем-то, такая приятная сегодня прогулочка была. Девочки, всех целую, всех поздравляю с осенью. Всем хороших дней, всем пока, девчули. Так, девочки, немножечко вам осени. Хочу показать вам духи, которыми я сегодня пользуюсь. Захотелось мне Chanel номер 5 Low. Он такой для меня очень нежный, очень тонкий парфюм. Какой-то как родниковая вода холодная. Альдегидный, немножечко сладкий, немножечко пудровый, даже я бы сказала, запудривается. А вот что-то вот мне сегодня захотелось политься, вот Лёшечка, не знаю. Подруга вчера прислала, ей кто-то подарил, и я вспомнила, и вот видите как. И прям захотелось, вот, и сегодня вот поливаюсь такой вот хорошенькой водичкой. Вот вам наша осень немножко, посмотрите уже. Но у нас сегодня очень жарко, 30 градусов, вчера был 31. Добываем последние жаркие дни с Шанелькой, да? Вот такой вот сентябрь. Но я смотрела, сентябрь будет теплый. Все, девчулечки, со всеми прощаюсь, всех люблю, целую, всем хорошего дня.